В понедельник, 27 марта, состоялось торжественное заседание ученого совета Института управления экономики и финансов КФУ, которое было полностью посвящено юбилею заслуженного профессора КФУ Виталию Ивашкевичу. В этот день отдать свое почтение заслуженному профессору пришли его ученики, представители министерств и ведомств Татарстана, ученые и коллеги. Такое ощущение, что мы присутствуем на творческом вечере. Наверное, это и так, поскольку вижу, первые ряды у нас занимают наши уважаемые ветераны, люди, которые заложили основу нашего института, финансово-экономического института. Виталий Ивашкевич является создателем научной школы по управленческому учету и контролингу в России, руководил рядом крупных научно-исследовательских тем. Им опубликовано свыше 190 научных трудов, в том числе 6 учебников и учебных пособий с грифами УМО имени образования Российской Федерации, 7 монографий, общий объем публикаций более 400 печатных листов. Именно о поэзии цифр нам рассказал первую лекцию Виталий Борисович, вы. Огромное вам спасибо. Спасибо вот как учеников. За то, что вы до сих пор, несмотря на то, что написано в вашем паспорте, вдохновляете на любой учету студентов. Мы в самом деле готовим лучших бухгалтеров России. Ну, скажем так, одних из лучших, чтобы не совсем, как бы есть же ФИН-университет, но я считаю, что все-таки лучших бухгалтеров. И в этом огромная роль ваша. Свой 80-летний юбилей профессор Ивашкевич встречал праздник на своем рабочем месте. Он пример того, чего можно добиться своим трудом и честным отношением к обязанностям. По традиции юбилеев ректор КФУ вручил сертификат с премиальной выплаты, равный по сумме прожитым годам. Диана Шилова, Ленардо Влетьяров, Универньюз.